Ой, ты че это? Грибы не ходил смотреть? Не-а. Иди, посмотри, что ты нашел. Да, здесь. Эх, проворонили. А, тогда надо сходить. Саша, одевайся, пойдем за грибами. А? Сегодня будет плохое лето. Сегодня Я плохое, понял, а завтра будет хорошее. Какое сегодня плохое лето? Что это за выражение вообще? Ну, не знает еще, что говорить. Сегодня, кстати, день нормальный. Угу. Люди успели выбраться наружу, после того, как МИ-8 загорелся, причем огонь перекинулся на машину полыхавшего рядом ночного пожара. Что ты еще нам покажешь? Кира, пока-пока. Это наглого оденьте. А-та-та, покажи, Кириш. Шерстяные носки, зимние эти сапоги, одень зимнюю куртку. Полудурка. А-та, ну давай, показывай, а-та. 26 градусов на улице. Кирюш, а-та-та, а-та-та, а-та-та. Нет. А-та-та, а-та-та. Да ты с ней, да, а-та-та. А-та-та. Кирюша. Лезем мы. А-та-та. Ага. Вот так вот, а-та-та, просто по коленке. Да, а-та-та. Не да-да-да-да-да, а-та-та. А-та-та. Что это за да-да-да-да-да? Как бабуи. Кира. А-та-та. По существу началось заявление Динарова о том, что он плохо говорит по-русски, и более того, что предоставленного ему переводчика понимает с трудом, но о подходе не заявил. А-та-та. Задумался наш Аташин. Ну, а-та.